рубли уже принимает магазин? Магазин? Нет еще. Почему? Еще никто не приносил. Нам администрация сказала с завтрашнего дня официально. Если мне, ко мне сегодня придет человек с рублями, я ему спокойно все продам. Вот единственная задача, буду как-то гривнами давать. А по какому курсу продадите? Сегодня сказали 3,8 с утра. Вот сейчас тоже информация, вроде бы 4,2. Как бы тоже не знаю. Я переклею все на 3,8, потом мне на 4,2 клею. То есть, что скажут, то и скажут. Мне кажется, проще вообще сделать ксерокс, написать, что коэффициент 3,8, чтобы человек знал, пожалуйста, калькулятор может сам посчитать. Мне кажется, так вообще проще. Ну, на мой взгляд. Потому что ценники, ладно, у нее мясо там буквально сколько, ну, 20 ценников она перелепит, а у меня? Ну, да. Я сколько и буду, чтобы скакать по полкам вверх-вниз? То есть, как бы еще, ну все вот так вот, еще сарафанное радио работает на 100%. То есть еще. Какой, что на что умножать, почему ну, да. Все брать? Просто одни говорят 3,8, одни говорят 4, одни говорят 4,2. Я это слышала, но надо же точно знать. Вот поэтому она и поехала в исполком. Просто узнать точно уже все. Чтобы официальная бумажечка была. Какой коэффициент вводится.